What the hell is an antique sword doing in a shipyard? Not a useful question. Just find that whisperer. Всем привет, с вами Дарк, мы продолжаем Shadow Warrior. Так, вышли со склада. Так, аптечка лежит, значит, нас ждет что? Свирепая засада. Стремительная. А вон они, да. Вон они, эти челопуты. Друзья! Горит, горит, горит. Так, много набегает, смотри. Так, там, значит, наши друзья, стреляющие. Так. Ах ты какой резвый. Еще парирует, блокирует. Молодчага. Так, кто еще там? Ух ты, их там, ёшкин компот. Блин, как они взрываются, неприятно. Так. Я отрезаю. Так, все. Музыка не кончилась. Значит, какой-то демонёнок отстал. Ты не один. Так, а ты тут что стоишь? Трупачелла. Ох ты, твою мать. Выжили? Так, две пули от пистолета. Для патрона. Ох ты, твою мать. Так, становится жестковато. Так, они тут сами разбиваются, вот эти летающие свиристели. Так, ну так себе, на троечку. И очки кармы, опять же. Так, аптечка. Так, сохраняшки. Так, а что здесь за закуток подозрительный? Так, тоже аптечки. Блин, пули же кончились, да? Эффект домино. Так, твою мать, паровоз.
Так. Странно, патронов для пистолета всегда дофига, тут они взяли и кончились. Так, очки кармы совсем забыл. Так, знание один, охотник за головами. Головами я не хочу. Быстрое восстановление 2. Мне бы что-нибудь... Что-нибудь... Ярость, может быть. Так, ладно. Мы теперь яростные. Так, что здесь? В общем, ладно, куча аптечек в запасе, но мы, как обычно, сюда не вернемся. Это пиджачок. За коробчонками, да? Так, ЗИЛ Энтерпрайзис. Так, зачем ЗИЛу меч? Броник. I think I can move these trains around so that we can pass through. Так. Так, этот паровоз поехал туда. Этот паровоз поехал туда. No, that's not it. Не так? Hold you. Piece of cake. Так, мне надо, судя по всему, пройти. Вот три платформы, где поставить. По-моему, все круто. Или что-то должно быть еще круче. Не, ну тут как бы управление, один раз дергаешь, едет вниз, второй раз дергаешь, едет вверх. Piece of cake. Все нормально. Так, деньги. Печенька. Че деньги? Ух ты. Просто так прыгнул наугад, в общем-то. Здесь тайничок.
Так, а где демоны, собственно говоря? Так, я не вижу демона. Так, у меня куча брони. Так. Так, ага, само сохранилось, да? Контрольная точка. Твою мать! Что еще сказать? Дегенератус огромный. Так, видите, куча брони. Твою мать, ты меня куда? Так, это бомбардировка. Так, так, этого завалили, да? Это уже проще. Так. Осталось тут. Самого обичей. Ага. Полно больше, надо быть осторожным. Осторожно. Так, что за напрочь? Так. Блинские блин, а? А ну-ка нам тебя. Прелюдия! Сейчас мы тебя раскромсаем в лочи, бывает. Блин, блин, блин. Так, ну ты, чепушкан. Иди сюда. Ну все. Да нет, еще не все. Да твою мать, вот что тут? Завод по производству планированных гиперандроидов. Демонов? Так, да, это было не очень. Ну и кармический приз полагается. Ярость. Восстановление, лечение становится проще. Давайте так. Так, что у нас с оружием? Пистолет. Так, у нас же еще дробовик. Да до хрена у нас всего. Так, еще есть по углам. Птички там. Вот такое. Так, у нас дверь вон туда, да? Так,
Замечательно. Так, какой-то свирепый ангар. Так, кто-то рычит. А зачем? Чё? Ты кто? Ну да ладно. Я сейчас не знаю, кто ты. Какая-то волшебная тварь. Кристалки. Так, нас опять по самой главной утрамбовали оружием. Так, здесь нечем поживиться. Так. Ёшкин патрон. Твою мать, опять этот хрен. Как ты уже утомил, а? Блин. Блин! Так, я даже не знаю, с кого начать. Новый бич. Да твою мать. Ну, это на самом деле уже блин, он их в ярость приводит, вот. Блин, так, еще летающий, твою мать. Вот это вот плохая новость.
Так, такому меня жизнь вообще не готовила. Ой. Ну нафиг. Да уж, зашел в комнату, никого не трогаю. Блин, а в этой комнате меня строили здесь. Ладно. Seems to enjoy seeing himself 100 feet tall. What's that about? I don't know. He's a visionary, I guess. A visionary dickhead, it looks like. You made armor for the demon invaders. Shut the fuck up. Так, ладно, будем планомерно обходить. Так, вот оно что, да? Красная печать. You like to bleed? Ну вот это вот плохие новости. Так, у нас, кстати, кристалл Ки есть. Я совсем про них вообще забыл. Поток, ловушка Ки. Правда, я не втыкаю, что за поток. Не, ну я втыкаю, что за поток, только... Как их применять, эти потоки? Так, еще. Нехороший черт. Да. Так, что тут было-то? Было что-то? Было. Тайника не было. Так, значит, осталась одна. Так, а здесь еще одна секретка какая-то. Ух ты, здесь броник есть. Зачем здесь броник? Юшкин кут, и это что? А, еще одна хрень. С виду все тихо. Так. Вон она, да твою Машкин. Блин. Это база. На твою мать.
Не, ну они уже спамят вот этих вот мастодонтов, а это... Блин, а это не круто. Или наоборот круто. А то я что-то расслабился, первая часть игры вообще налегке вышла. Даже думаю, что за сложность хард. Никакого харда вообще нет. Так. Сохраняшка. Так, это дальше, блин, дорога, а там... Подожди-ка, там... Так, я так и знал, что здесь вот... Так, ну теперь можно приступать. Что здесь? Какая-то засада. Да она исчезает постоянно, блин. Так, надо убить, наверное, вот этого сейчас. Это самый главный чекустан просто. Да, как они, блин. Все, капец просто, блядь. Блин. Ow, you fucker!
Охренеть. Да. Пошли уровни, блин. Каждая комнатка. Мечи какие-то. А эти ниндзя исчезающие вообще, блин. Ну не знаю, не знаю. В принципе, за углом аптечки лежали, но я растерялся, блин, и бегал как. Как ужаленный лось. Это, конечно, здорово придумали воскрешающие и этих исчезающих. Это... Так, в любом случае мы идем дальше. Так, очки кармы. Что-то часто стали очки давать. Так, врач. Так, ля-ля. Аптечки восстанавливают. 40. Похищение души. Не знаю, попробуем, что за хрень. Конечно, тут все как-то нетривиально. Так, и... Кстати, апгрейдить оружие же можно. Так, катану не апгрейдишь. Так, клинтыст вот. Купить низкий уровень отдачи. Что еще тут? Арбалет. Четырехстволка. Так, не понял. Shit! I thought I had it that time. I told you, darling, it's no use of these things around. Please, dear, we can't just sit and wait for a genie to save us. Oh, who's that? Who is that? Matizilla won't leave us here. It's been 2 days, my sweet. I think it's secret swim time. Did he tell you where the creatures come from, love? Let's focus on getting out of here, then you can ask him yourself. That's Kyokagami, twin assassins. Zilla's favorite. I thought you were his favorite. I'm supposed to compete with that? Hello, ladies? Hello? Who's there? That's the Wang. Wang? Not quite a genie, but I'd rub his lamp. What's going on? We're very happy to see you. It's not just a wrench in our pocket. Can you come... Get us out of here? Where? The docks. Underneath the docks, actually. You need to get over here fast. Что-то как-то подозрительно. I was almost positive they were here for cupcakes and tea. И, собственно говоря, я бы уже закончил эту серию. So what's the story between you and Kyokagami? Story? I never met them before. They have a rep, I have a rep. So you never, you know. I prefer my body parts actually attached to my body. Thanks very much. Так, ну сохранить, чтобы не смотреть снова 15 раз катсцены. Так что-то как-то. Синяя печать. Аптечки. А это что такое? А это просто так. Ладно. Все понятно. Сжатый. Так, мне бы бронежилет, похоже, надо уже собирать. Так, еще аптечку беру.
Так, а собственно говоря, и... And locked. Так где это байдула-то, блин? Я что, ее пропустил в том зале? Я печеньки пропустил. Че за хрень? Вот оно че. Это просто задание спалить, понимаете? Спустить корабль на воду. Так, ну и... Чё-то я ничего не понимаю. Корабль спустил. Блин, а это открылось. Ну, пипец здесь. А до этого она была закрыта, да? Сдохни, демон! Понял. Все понял. Так, что стрелял, куда стрелял? Куда стрелял? Так, ну эти тупые, они как-то сами убиваются. Фух, дям. Так, патронов реально стало не хватать. Так. ПРСТ. Так. Наконец-то спущен на воду. Это... Так, ну... Зачем мне дверь открыть сюда? А мне надо туда. Так, не понял. Понял. Так, меч поднес. Тысяч демонов сейчас выскочит. Охренеть. Да ну нафиг.
Подойди, подойди. Shit. Дает что ли? Да они просто, я даже не знаю слов, просто душные твари. Конечно, эту серию, я не знаю. Там такого хардача напихало. Хотя... Профессионалы скажут, ерунда. А я с ними соглашусь. Я скажу, да. Так, что-то я тут видел. Я тут видел. Так, а тут было вообще спрятано. Так, ты ничего. Ладно. Продолжаем наш путь. Так, ну как бы... Что надо сделать? Найти второго шепчущего, отобрать меч. Да я понимаю, ребята. Здесь конкретно что? Ничего не понятно. Разделать тушу демона? Забрать из него стрелы. Вообще не понимаю. Ну да ладно. Не моего это ума дело. Так, это, блин, это ненужная комната была с секреткой. Твою мать. А-а-а, я туда зря ходил, зря умирал. Так, а тем не менее мы завершили этот уровень. 5 тайников не нашел. Ё-моё. Спасибо за просмотр. С вами был Дарк. До новых встреч. Пока-пока.